Приветики! Вот такую посылочку мне принесли по новой почте и ехала она из Китая. Сейчас посмотрим, что же мы получили. Такое эдакое. Аккуратненько открываем. Трам-па-пам. Что же это такое? Так, тут больше ничего. А это приехало, наверное. Так. Магнитные держатели для автомобиля, которые держат телефон в нужном вам месте, в нужном ракурсе, так сказать. Так. О, уже прилипло. Это тут снимаются, наверное, эти вот наклеечки. Клеятся на чехол. И телефон потом вот так вот будет. Этим местом клеите. Клеите, эти не клеите, эти на магните, но это там в салоне автомобиля. Так, вот эту часть тут. Опа. Ага. Вот. Клеится на чехол. И потом оно вот так будет прилипать. Ну, как-то так. Надо пробовать, конечно. Впервые такую штуку заказали. И будем пробовать. Это вторая. Такая же. Так. Заказывала подружка себе. Ну, и я под шумок. Тоже вторая такая штучка. Посмотрим. Потом. Где его, как что можно будет в салоне машины у себя ее прикрепить и вешать телефон. Ну, вот такая вот интересная штучка. Надо будет попробовать. И досниму видео, добавлю после этого кусочка. Ну, короче, вот так. Опа. Все тогда. Сейчас пойду в машину и буду пробовать. Ну вот я уже и в машине. Так, взяла вот эти штучки. И, наверное, приклею я вот это вот все дело. Так. Вот здесь вот посередине. Так, сейчас. Потому что я уже прикинула, что оно приклеивается вот так вот. Снимается пленочка. И посередине клею. Так. Дальше. Дальше, что я буду делать дальше? У меня будет в машине съемный чехол для телефона, так? И на него надо приклеить одну из вот этих штучек. Сейчас я приклею, потому что на камеру не особо удобно клеить. Ну, сейчас попробуем. Так. Снимается вот эта штучка. Так, она липкая. Вот. И приклеиваю я где-то на середине чехла. Вот так. Все. Я приклеила. И что же мы делаем дальше? Что у нас делается дальше? Дальше, дальше. Берется вот эта вот часть. Так. Это, наверное, идет как запасная одна. И приклеивается вот сюда. Ой, что-то черный этот. Вот так. И получается вот так. Телефон пока засунуть в чехол не могу, потому что я на него снимаю видео. И теперь вот это дело вот так вот прикрепляется. И можно регулировать, как вам удобно, в любом направлении. Ну, в принципе,
должно быть удобно. Так что вот так вот. Такой вот небольшой обзор вот такого полезного магнита. Все, вам спасибо, что были со мной, что смотрели видео. Я так думаю, что можно вот эту пленочку тоже снимать. Ну, пусть висит, она мне не мешает. Все, спасибо вам, спасибо AliExpress за такие полезные штучки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока-пока!